Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в «Властелин колец. Средиземье», вторая часть. И, как вы помните, мы должны заполучить палантир. Так, у нас тут что-то рассказывается. Ну, нам это не важно, у нас совсем другие цели. Ну все, хорош уже. Так. Подождите, мы начинаем, блин, неужели вот это у нас точка сохранения? Я же начал с задания. Патро Каладин Охенден. С помощью мышки осмотрите окружающую территорию, чтобы найти места, достойные внимания. Ага, опять у нас, значит, это. Ладно, давайте найдем сейчас. Здесь у нас обрыв. Я так понимаю, ничего нету, хотя... А, вот. В городе что-то там есть у нас. Так, ладно. И вот здесь тоже есть. А здесь что-нибудь будет? Непонятно, конечно. Красоты-то какие, а? Так, ладно, давайте здесь мы с вами отметим цель. Так, где-то вот здесь. 1500 футов до туда нам идти придется. И я так понимаю... Ага, вот здесь еще где-то. А, гондорский артефакт. 500 футов. Угу. Ну что же, можно, в принципе, и пойти туда. А здесь у нас... Ну, высоковато, но мы бессмертны в плане прыжка. Поэтому сиганем. Что такое, родные мои? Нежданчик? Да-да-да, конечно, конечно. Вы сейчас у меня все тут схлопочете. Тут и бочки как раз есть. Можно будет их взорвать. Ну, если я справляться не буду. Ух, как замечательно вышло-то. Пухлый свое получил. Валяйся давай. Так, и последний тут. Чего такое? Так, давайте-ка уничтожим. Ага. И у нас впереди, я смотрю, есть два жетона. Естественно, мы это все подберем. Зачем добру зря пропадать? Самоцвет воина. Так, а очков нам сколько дадут? По полтинничку, да? Угу, понятно. Все, отлично. Давайте-ка поднимемся сюда. Для лучшего, так сказать, обзора. Слушайте, по-моему, здесь у нас наверху находится Хедир. Только вот я не знаю, это наш или нет. Ну-ка проверим. Ну да, это наш старый Хедир. Для нас он сейчас в данный момент никакой важности не представляет. Все, что нужно, мы уже посмотрели. Так, ладно, давайте спускаться вниз. Ёлки-палки, я уж было подумал, сейчас как полечу туда, в самый-самый низ. И разобьюсь. Кирит Унгол. Ага, вот наша территория, короче, здесь мы можем выбирать цели. Казнь. Хорошо, давайте туда сбегаем, 209 футов. Практически у нас под носом это все находится. Слушайте, а это орки какие-то рабы или рабочие, я даже не пойму. Видите, они даже не дерутся, а убегают. Так, а вот эти уже, которые в броне, это уже воины. Как-то даже немножко странно, да? Орки работают на орков. Ладно. Ух ты, тут их слишком много. Давайте попробуем разобраться. Ну и я смотрю, у нас неплохо получается. Так, отлично. Добиваем этого козлодоя. Блин, хотел, думал, с обрыва его сбросить.
но почему-то у меня герой переключился. Кстати, вот эта вот вон и дурацкая натура, не добив врага, сразу переключаться на другого. Не пойму, почему так происходит. Так. И хоть меньше-то тут становится, что-то незаметно. Да, отлично. Что? Я сама смерть, а это инструменты, которыми я тебя уничтожу. Новый враг — дикари. Дикари блокируют обычные лобовые атаки и всегда контратакуют. Оглушите их нажатием Е, прежде чем нападать, либо атакуйте со спины. В принципе, все понятно, но я думаю, что драться я не буду с ним, я лучше убегу. Потому что атаковать бесполезно. Он блокирует мои удары, да? При этом он еще контратаки имеет. Лучше давайте пойдем на задание с вами. Кто это у нас тут такой стоит? А, лучник, что ли? Ну, пардончи тогда, браток. Так, левый шифт. Вот тебе левый шифт. Ух ты, и полетел. Все, а мы идем смело на задание. И называется оно «Казнь». Так, неизвестные капитаны, да? Ого, громила какой. Не знаю, не знаю, не знаю. А ты разговорчивый. Убью тебя последним. А задание у меня — убить орка, либо того, либо другого. И пофиг ему, да? Ох, елки-палки, неужели все ко мне сейчас пойдут? Точно. Ну-ка, давайте вот так вот. Иху! Индиана Джонс вообще тут отдыхает по сравнению со мной. Акть. Сбросит, да, сейчас? Ну, гаденыш. Ну что же, понеслась у нас с ним махача. Хочешь составить компанию этим несчастным? Да никаких проблем. Ну и рожа у тебя, бородавочник. Поднимешь на меня руку, и я тебе ее отрублю. Не поднимешь — все равно отрублю. Я что-то не врубился. Здесь что, два босса, что ли, сразу же? Так, один якобы тут приговорен к казни. Так, иди сюда. Что там за пьяные песни еще кто-то распевает? Ой, ёкалы-мэны! Нафиг, 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 надо сматываться. Вам не кажется, что там слишком много? Что случилось? Я застрял? В текстурах, блин? Ага. Один из орков убит, причем самый слабенький. А мук раздутый выигрывает. Я не знаю, как это в дальнейшем повлияет все, но задание выполнено. Так тут в любом случае выполнено, потому что у меня либо того убить. Так, ладно, закрываем здесь все. Получили очко навыка. Не понял. Эй, ты! Ты избежал нашей хитрой ловушки, и я хочу убедиться, что смерти ты точно не избежишь. Набег за припасами теперь доступно. Я только не врубился, откуда вот этот дрищ взялся. Еще что-то выделывается, а? 13 уровня. Что-то вокруг него мухи летают. Обосрался, что ли, а? Так, надо с ним завязывать, по-моему. Так, отлично. Что он там, оглушен? Да какой хмырь, а? Да что ж такое-то? Вот так, отлично. Блин. О, нет, пробел. Отлично, успели мы. Ух. Да что ж он такой непробиваемый-то, а? Пробел. Получил по щам, уродец. Слушайте, у него как было половина хп, так и осталось. Ну что ты там бубнишь, пробел? Ага, я его, короче, перепрыгиваю и сзади начинаю атаковать. А нет, уже уменьшились у него житухи. Хорошо, что хоть один на один мы с ним деремся. Ух, как я ему сейчас по печеночке-то. Гарло золотой убит. Мародер командиров высший. Всегда зовут подмогу. Недостаток ума орки восполняет численностью. Хотя сегодня их было не так уж много. А вот и запоздавшая команда.
такие испугались, елки-палки, увидели, что ихнего командира грохнули. И все, лети отсюда, пташка. Ах вы старые мешки с говном, а? Вот так вот. Иди отсюда. Иди загорай дальше. Так, тут и зеленокожие, и коричневокожие, и светлокожие. Всех мастей, орки, а? Так. Так, Гриш, иди отсюда. Ну, все, что ли? Так, и последнее, смотрю, там с факелочком идет. Давайте-ка его чпокнем. Ой-ой-ой, переборщил малька. Так, он там кого-то зовет, да? Надеюсь, что он не успел, его никто не услышал. Все, размозжили. Так, ну что у нас, ребята? У нас два задания. Одно 1700 футов, другое непонятно где. Но у нас здесь есть халявные очки, и я там посмотрю, лежит доспешек. Тоже поднимем. Рахиримские доспехи. Надо будет потом заценить их. Артефакты из разграбленного большого зала Миносетиля, разбросаны по всему Мордору. Нашли какой-то клуб. Ну а что, не могли что ли с субтитрами хотя бы перевести, да? Говорит она там по-английски, я не понимаю лично. Эта булава намного древнее того оружия, что обычно нам попадалось. Едва ли орк, который ее украл, знал ее историю. Да, конечно, ничего они не знали, просто грабили, да и все. Так, ребята, у нас есть с вами одно очко навыка, можно его потратить. Надо только определиться. Ух ты. Идеальная контратака. Замечательно. Надеюсь, что оно будет срабатывать как надо. А вот и бородавочник. Так, ну-ка давайте-ка глянем, у нас здесь... Ох ты, уровень 7, высшие. Так, открыть за 1000 монет. И теперь я могу сюда что-то воткнуть, ведь верно? А вот и камушки, ребята. Самоцвет жизни. Богатство. Так, а это покрупнее камень. В общем, начинается с маленьких и по возрастающей. Все. На ХП поставили. А сюда что можно всандалить? Ага. Похищение здоровья на 2%. А здесь на 7,5%. Недурно, я считаю. 1000 надо. На открытие ячейки нету у меня 1000. У меня всего 965 жетонов. Не, кинжал все-таки хорошо смотрится, да? Он у нас легендарный. Ну что, со снаряжением вроде бы разобрались. К стартовой точке мне нужно отправляться. Даже не гунди там. Не до тебя сейчас. Так, это опять у нас тут какие-то пещеры будут. Так, вот по окраинке обойдем. И вот сюда. Охота на Грауга теперь доступна. Слушайте, на Грауга я не хочу охотиться. Это, знаете, там здоровый такой. Что такое? Не нравится тебе? Слушайте, по-моему, я сейчас в данный момент отмудохал раба. Так. А вот у нас и задание. Называется «Ничья земля». Армия орков устраивает набеги из Кирентунгола. Объединитесь с Баронором и дайте бой силам Мордора. У меня уже прям руки чешутся. Ага, вот, ребята, то задание. Баронор, не может быть, чтобы в городе не осталось ни одного орка. Несколько осталось, но сейчас мы охотимся за одним конкретным орком. За последним телохранителем вождя, который руководит осадой. Так, вожди. Вожди очень могущественные орки, которых часто охраняют капитаны. Ну, ребята, мы в прошлой серии это все читали. Все это узнавали. Только не понимаю, почему я сразу не начал с этого задания.
Думаю, мы охотимся на одного и того же орка, а путь к вождю лежит через его телохранителя. Ты говоришь так, будто у тебя в этом большой опыт. Достаточно большой. Тогда командуй. Так, Баранур, давай за мной. Пока враги вас не заметили, можно приказать вашему союзнику или призывному телохранителю устранить ближайшую цель. Так, прицелитесь во врага и нажмите 2, чтобы приказать союзнику атаковать его. Ну что ж, давайте проверим, как это будет выглядеть все. Ух ты! Это за Минос Итиль. Слушайте, довольно прикольно. Мне нравится. Ну-ка, давай-ка еще одного шваркни. Очень хорошо. Так, а давайте-ка теперь вместе с тобой вот этих вот двоих. Ты вот этого берешь, а я вот этого. Так, ты на подходе уже, малорик. Чик, и моя очередь. Вот так вот. Просто великолепно сработано. Мы прям команда ликвидаторов. Слушайте, записочка лежит какая-то. Так, это у нас следы. Блин, опять надо фокусировать, чтобы разобрать, что за следы и куда они ведут. А с этим у нас проблема. Почему-то все время размазывается, никак не может. Во-во-во-во, отлично, получилось. Идите по следу телохранителя. В принципе, можно было бы выстрелить и в бочку, но мы сделаем все по-тихому. Так-так-так-так-так-так-так-так, без паники. Смотрите, их специально поставили на моем пути подвое. Так, ну вот этот, наверное, уже пропасет. Нет, смотрите-ка, не успел он у меня даже словечко промолвить. Слушайте, а здесь уже какая-то идет застава. Хотя нет, нет, мы сейчас этих тоже уберем. Да-да-да-да-да. Оп. Отлично. Иди к своим павшим собратьям. Я не знаю, стоит этого лучника убирать. Давай, ладно, убери его. Оп, отлично. Все делаем по-тихому. Давай-ка грохни-ка того. А я обойду здесь сбоку. Скрытые убийства, выполненные Баранором. Опа, покеда. Один все-таки меня пропалил, гад. Ну-ка, успеем, нет? Готов. Блин, отлично, убил. Все-таки один подлец увидел, а? Сейчас мы его шлепнем. Это у нас копейщик. Пора отдыхать. Что такое? Как вам, человеческое отродье, это удается? Я про то, что вы вечно появляетесь в неподходящее время. Ничего. Живыми вы из Мордора не уйдете. Я об этом позабочусь. Гад, он еще и верхом, а? Ай-яй-яй-яй. Что ж, придется наказывать как-то. Его для начала нужно сбросить. Так. А как нам это сделать? Ага, понял я. Все, сейчас мы уничтожим в начале этого... пса. Все, а теперь будем... Да ладно. Лучники подбежали. Вот это плохо. Они сейчас будут нам только мешать. Ага, блокируют прыжки. О, да ребят, да он вата. Сейчас мы его разберем. Так, блокируют прыжок. Все, готов. Рожа, конечно, у него, ё-моё. Так, дайте-ка мне лук забрать. Не успел, по ходу дела, да? Мне почти жаль вождя, на которого мы охотимся. Ему будет одиноко без телохранителей. Скоро он с ними воссоединится. Да-да-да, я тоже так думаю, что скоро он к ним отправится. Так, ребята, получено очко навыков, 370 жетонов. Вожди из Скеллингтон-Гола ведут войско орков на Минос Итиль. Без командиров в армии Темного Властелина воцарится хаос. Выманите и сразите вождей, выполняя задания
по противоборству. Солдаты из Миносетиля присланы вам в подмогу, чтобы помочь убить вождей. Нажмите 2, чтобы призвать к себе сторонника из Гондора. Вождь, которого ищет Баранор, лишь один из многих, и атаки на Миносетиль не прекратятся. Значит, наш путь ясен. Нужно перебить их всех, и в этом деле нам понадобится помощь гондорцев. Так, хорошо. Что мы можем с вами открыть? Изуверство. Жуткое скрытое убийство. Хе-хе-хе. Которое приводит в панику орков, которые это увидят все. Пригодится. Особенно если мы будем с вами спрыгивать с крыши, и их там будет куча. Так, ликвидируем этих ребят. Так, минус один, минус два. Так, ну а с этими я даже не знаю, что делать. Драться придется. Так, 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 вон тот он побежал, гаденыш, блин. Тревогу хочет поднять. Нельзя этого дать. Так, сдох. Да, сдох. Ну, а с этими мы... Ох ты, с этими мы сейчас разберемся. Противник собирается поднять тревогу. Остановите его. Блин, да я же убил. Ага, тут вон еще кто. Кто-то из этих олухов. Так, один оглушен. А, нет, ребята. Проворонил я, короче. Все, поднялась тревога. А это означает только одно, что они сейчас будут вечно сюда бежать. Без конца. Дайте мне очки. Всего лишь 5. Ну это вообще ничтожно мало. Так, задание. Ливень стрел и нож во тьме. Ну, нож во тьме выполнен. Вот нам нужен вот этот. Хотя тут дофига чего можно делать попутно. Смотрите. Двери какие-то. Так, это гондорские артефакты. Тени прошлого. Да. Есть из чего повыбирать. Давайте-ка сюда пройдем, посмотрим. По-моему, тут что-то есть. Наверху есть задание, но мне туда не пробраться. Слушайте, у меня есть идея. Давайте взорвем эту бочку. Шикарно. Да ты-то откуда взялся? Я-то надеялся, что ты пришел исполнить для меня серенаду. Но нет, я вижу все по-прежнему. Тревога, куча солдат, боль, кровь, смерть. Скох-оружейник. Это вот у нас, 13 уровня. Я так понимаю, он хочет сдохнуть от моего клинка. Ну что же, сделаем ему такую честь. Вот так вот. Надеюсь, тут не прибежит свора егоных, так сказать, охранников. И не будут мне мешать. Хотя какой-то лучник уже бомбит по мне. Ах ты гад. Сопротивляется еще. Не чтоб сразу сдохнуть. Он еще брыкается. Ну, пол хп уже я ему снес. Так, недолго ему осталось веселиться. Он ничего не может сделать. Какой-то неповоротливый. Так, давайте-ка. А, черт. Прикрывается. Ух ты. Со спины-то ему неплохо досталось. Да что ж ты такой гад, не хочешь сдаваться-то все, а? Все, ребята. Он живет буквально на подсосе. Сейчас только плюнуть в него и... Ох, как я его замечательно заколол. Скох оружейник убит. Так, а это еще что такое? Что это? Оу! Созерцать этот ужас он больше не сможет, чему я очень рад. Будут и другие, ему подобных в Мордоре не счесть. Да я не сомневаюсь, их тут будет очень и очень много еще. Как я погляжу задание наверху, значит нам нужно куда-то приподняться. Так, это у нас... Ага, вот сюда нужно, ребята. А потом по тросам мы с вами переберемся туда. Так, забираемся. Ух ты, тут еще один красавчик у нас стоит, который любит летать. Ну что же, теперь мы туда с вами перебазируемся. Что за задание-то у нас здесь хотя бы?
Надеюсь, не особо сложная будет, а? Застава Гашгуми Кадума. Угу. Посмотри, как быстро и незаметно ты можешь остаться в одиночестве. Новая задача. Скрытно убитые враги. Скрытно убитые враги 5 штук. И скрытые убийства с краю. 2 штуки нужно сделать. Так, я так понимаю, чтобы меня не видели, но лучник уже меня пропалил. Интересно, это считается или нет? Слушайте, ну если он меня увидел и задание не провалено, значит, все в силе. Так, опять нашли какой-то артефакт. И, видимо, это какая-то корона. Хотелось бы, конечно, почитать, но, как видите, нет возможности. Эта корона достойна украшать чело короля. Но твой народ ведь отверг своих королей, разве нет? Что ты стоишь тут? Так, где ты там, жирный? Иди сюда. Надо было его просто зарезать, и все. Ладно, так добьем. Но у меня все-таки скрытно убитые враги. Значит, нужно как-то их выискивать. Подлавливать. Со спины-то ладно, мы убьем. А вот которых сверху, это будет сложнее. Опа. Оу, ребята, по-моему, я оплошал. Пошел отсчет времени. А это значит, что... Напортачил я с заданием. И по всей видимости я уже его не успею сделать. Так. 2. Еще 3 не успею, наверное. Ага, 3 есть. Но это скрытно убитые враги. А еще нужно с краю убить. Так, 4. Вы покидаете зону задания. Нет, не хочу. Оу, задание провалено. Ну что же, какого лешего вы тут вылезли? Жаль, конечно, задание провалил, но, ребят, насколько я помню, его можно будет потом перепройти. Так, этот полетел у нас. А этот там что вынюхивает, а? Стоит внизу. Давайте его, наверное, сверху сейчас нашпингуем. Вот так вот. Ух. Так, давай ко мне. Рассказывай, где тут кто. Ага, налетчик. Фатально уязвимый для скрытости. Фатально вкусный для зверей. Спасибо. И распрощаемся. А эти тут что-то ищут. Типа меня не видят, да? Сам напросился. А этот-то что-то аж бедный очканул. Вроде было бы убийство-то не зверское, а он уже испугался. Наложил, так сказать, в подгузнички. Ладно, раз мы это задание провалили, будем выполнять тогда что-нибудь другое. Так, это нам куда-то вот сюда нужно идти. Я надеюсь, все правильно иду. Слушайте, а тут уже и недалеко, в принципе-то. А, нет, далеко. Что-то я думал, что буквально здесь должно быть. А тут еще бегать и бегать. Не будем пока в драке в эти ввязываться. Нам нужно быстрее добежать до задания. Ёлки-палки, а здесь у них целый гарнизон. И всадники. Все как полагается. Главное потихоньку, чтобы никто здесь не увидел. Блин, я что-то не могу понять. Где задание-то? Ага, нужно знать. Оу, заметили они меня все-таки. Все-таки пропалили. Все, даем отсюда деру. Нам неприятности не нужны. Так, смотрите-ка, тут какой-то у нас клинок, что ли, обозначен.
Так, лети отсюда, пташка. Так, 50 очков, наверное, да? Ну, по стандарту все. Давайте-ка вот сюда мы с вами наверх. Что это там у нас такое находится? Мне очень интересно знать. Ух ты! Так, новенькая, да, значит? Милиан Хадин Лин Аморион. Теперь она наша. Так, давайте смотреть, что здесь есть. Здесь можно найти много чего хорошего. Например, вот где-то здесь. Так, что у нас тут будет? Могильники. Мы уже как-то были в одних могильниках. Ничего хорошего там не было. А это у нас воспоминания Шеллоп. Ясно. Так, где-то вот здесь. Гондорский артефакт. А тут что? Погоди, вот. Итильдин. И где-то вот здесь. Тоже Итильдин. Так, а тут... Тоже Итильдин. Что за Итильдин? И артефакт. В общем, короче, я тут все практически обнаружил, кроме одной вещи. Где она тут может находиться, не пойму. Ага, вот где-то здесь. Где-то вот... Вот. Артефакт. В общем, я все пометил, все обозначил. Теперь можно и посмотреть. Не могу понять, а почему у меня... А, нет, все обозначено. Как раз можно и отправиться. Ну-ка, дайте-ка мне вот этого зеленого червя. Так, этого перерезали. А этот идет, типа, ничего не слышит, да? Ну что ж, нам только лучше. Так, давайте его захватывать. Так, братишка, теперь ты мне должен рассказать всю правду. Где тут, что тут и почем? Повинуйся мне! Кого бы нам открыть, а? Зун Гурман. Такой... Чем-то зомбаря напоминает. Боится казни. Я офигею, каждый чувачок чего-то добоится. Так, я нахожусь рядом с какой-то фигней. Где она находится? Где-то возле меня. Так, 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 смотри, чувак, бежит, да, с дубинкой ко мне. А мы дюру от него. Блин, непонятно нифига. Стреляйте в яйца гулей, чтобы привлечь их. Я нахожусь где? Ага, вот, я здесь нахожусь. Поставить маркер. Чтобы начать задание «Хищная птица», здесь быстро и скрытно убивать врагов нужно. Тут застава, монумент. Уничтожьте монумент племени правителя. Тут тоже монумент. Воспоминания Шеллоп. Практически рядышком находится, да? Ага, вот оно. Давайте-ка сбегаем, посмотрим, что там у нас за воспоминания. Нужно собрать 3 штуки. У меня только одна найдена. Так, отлично. Ну что ты там гундишь, блин? Что нам покажут? Вращайте и... А, ну понятно. Давайте что-нибудь с вами здесь соберем. Очередной, как говорится, ребус. Так. Блин, да как же тут... Ага, собрали. Здорово показали, конечно, да, много чего мне это дает. Паук всегда поджидает жертву. Но какую именно? Плюс 200 очков мне дали.
Так, что здесь еще можно найти? Найдите все артефакты в этой области, чтобы сберечь историю Гондора. Тут видите, какие задания у нас, ребята? Соберите все Итильданы, чтобы восстановить стих на Итильдановой двери. Так, пропавший артефакт. Где-то у нас прямо по курсу он будет. Всего лишь-то 400 футов до него. Сейчас заберем. Я тут бегаю просто, как, знаете, как у себя дома. Вот он у нас где, на клетке. Так, что тут за артефакт? Это что такое, а? Что-то непонятное. Ну, мне показалось, типа короны какой-то. Так, следующее, что мы с вами возьмем на примете. Сюда пойдем. Такой изящный кристалл в таком грубом Мордоре. Поразительно. Странно, что орки не разбили его просто, чтобы послушать, как он звенит. Да, кстати, они могут. Им-то пофиг на эти всякие артефакты. 400 футов, да? Ну, в принципе, вот он где находится. Куда это они там бегут? Эй, ребята! Пробежка, что ли, занимается? Так, вот где-то здесь у нас Итильдан. Да что ты, елки-палки, ты будешь запрыгивать или нет, а? Чучмек, блин. Дурачка валяет какого-то там, блин. Применить эльфийскую ярость. Ничего я пока применять не буду. Мне нужен Итильдан. Он где-то здесь находится, но я его почему-то не вижу. И, да, вот он. Так, вот он подсвечивается. 58 футов. Он где-то ниже получается, да? Этого можно шлепнуть. Ох, как хорошо. Ну и этого тоже заодно, за компашку. Так, где-то ниже еще находится. 36 футов. Так, где-то вот тут. Не пойму я. На стене, что ли? Или нифига? Так, давайте вот сюда мы, наверное, переместимся. Блин, я хотел опуститься, он взял, поднялся. Ладно, хрен с ним. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас увидят меня, побегут. Что, 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 что такое? А? Поздно ты очухался. Ну, вроде бы как тут у меня все чисто, все зачищено. А вот здесь где-то он находится. Слушайте, он, наверное, внутри. Рейнджер, да, рейнджер здесь. А ты уже будешь там. Вот так вот где. В бочину. Жалко, здесь нечем поживиться, а? Так, увидел труп и пошел куда-то искать. Хе-хе, а я-то сзади уже. Твоя смертушка пришла. Слушай, я уже, по-моему, тут все обижал. Я так и не нашел этот Итильдан. По-моему, вот это что ли? Это и есть Итильдан? А что он мне дает? И... какой-то бред. Хм. Напоминает мне, знаете, чем-то для факелов стойка. Да понятно, что контур врага показывает, где меня в последний раз видели. Короче, я не врублюсь, что с этими Итильданами делать. Ну, собрать их еще нужно, чтобы они открыли нам двери. Что можно еще взять? Монумент уничтожить можно. Ладно. Пойдемте уничтожим монумент. Раз с этим у нас опять ничего не вышло.
Ох, елки-палки, сколько бежать-то здесь придется. Опять у них здесь гарнизон. Ать. Шикарно. Меня здесь нет, никто меня не видел. Нет, все-таки меня кто-то увидел. Но пока они сюда прибегут, я уже буду далеко отсюда. Так. Нет, 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 не надо. Сейчас мне как-то не до вас, ребятушки. Я сейчас занят сбором информации, всяких артефактов, полезных вещичек. Мне нужны очки, чтобы изучить новые скиллы. Так. Ух ты, как высоко. Так, ну этого отправляем. Так, а вот у нас и монумент. Погоди-ка, 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 погоди-ка. Зачем мне, в принципе, надо было... Блин, сюда мне абсолютно не надо. Мне нужен монумент, а он находится... Так, это у нас, получается, скульптура какая-то. Ее надо уничтожить. Орк попался мне почему-то под руку. Да елки-палки, набежала. Противник забирает. Да пускай поднимает там свою тревогу. У меня сейчас совсем другая цель. Дрищ этот лезет еще, а? Прям под руку. Так, толстый, ты опять тут встал? Сказал лежать. Так, готов. Вы позе меня заметили. Так, ладно, фиг с ним. Мне нужно разобраться с этим монументом, блин. Я уже не знаю, как его разбомбить-то. Так, мы на него поднялись. Это кто у нас, Саурон, что ли? Ну, и? Что делать-то дальше? Непонятно ни хренашечки. Как уничтожить монумент? Опять я проворонил, видимо, все. Так фиг ли, ребята, тут надо и за орками за этими смотреть, и читать. Все очень быстро здесь происходит действие. Так, вот я... Ай, зачем я еще раз на прыжок нажал? Так, лучник, вали отсюда, ты уже достал. Так, еще один там на меня смотрит, а? Так, ладно, я понял одно, что нужно где-то здесь наверху. Да, это монумент Саурона. Пробел. Ох, ничего себе. Награда 250 опыта и самоцвет жизни. Надо было всего лишь нажать на пробел, я так понял, да? И мы уничтожили этот монумент. Так, орки, вы достали уже. Грохнул прям в кустах вот там. С факелом спустился, а? Ты смотри-ка, еще отряхивается, блин. Ты на себя в зеркало тогда позже рассмотрелся, а? Курносый. Боюсь, больше он уже не посмотрится. Так, 50 очков надо забрать. Это моя награда. 55 вообще дали. Ой, жадины, а. Так, тут застава у нас. Ребят, ну тут еще собирать и собирать, если честно. Но я думаю, что вот этими делами мы уже с вами займемся в следующей серии. Может быть, даже вернемся в город и сделаем какое-нибудь задание за людей. Ну а на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорого.